Всем привет! Сейчас я покажу один небольшой недочет на сайте, который с большей вероятностью может понизить конверсию. Вот я нашел в Инстаграме мастер-класс, просмотрел лендинг, мне все понравилось, и есть такая кнопка «Регистрируйтесь бесплатно». После этого я нажимаю на кнопку, мне выпадает форма для регистрации. И вот когда я хочу ввести либо имя, либо телефон, либо электронный адрес, происходит вот такая вот вещь. То есть скрывается форма, куда я ввожу. Еще раз пытаюсь ввести, она опять ушла вверх. И то же самое происходит с телефоном. Засветился телефоны свои. Либо электронным адресом. Вот. Мелочь, а неприятно. И для большинства пользователей это может стать причиной просто-напросто взять и закрыть сайт.